«Помогите спасти моего отца». Тюменец выложил видео в соцсетях с просьбой помочь всех неравнодушных собрать деньги на операцию папе. 43-летнему Сергею Часовникову поставили страшный диагноз – рак печени. Если через месяц мужчине не трансплантируют орган, он может умереть. Единственный врач, который согласился провести операцию, работает в Новосибирске. Сумма сбора – 1 750 000 рублей. Я сделал видео, выложил его, и, если честно, я рассчитывал, я знал, что это к чему-то приведет, что, очень много хороших людей есть. Надеялся, если честно, может быть, тысяч, на 400 покрытие общей суммы, да. А сегодня утром, когда я проснулся, мама написала мне смс, что собрано уже 1 400 000. Теперь я обязан выжить, чтобы не подвести всех тех людей, которые протянули мне руку помощи. Я просто обязан выжить, чтобы моя семья не осталась и мои дети без отца. Спасибо вам всем большое. Операция назначена на 26 июля, но осталось собрать еще 350 тысяч рублей. Номер карты и счета можно узнать на странице Александра Часовникова ВКонтакте.